выцветшие советские портреты отреставрировали и оцифровали специально к открытию экспозиции, чтобы гости и родственники солдат-ополченцев снова взглянули в родные глаза на снимках. Это мой отец Матвей Георгий Николаевич, 901-го рождения, доброволец, ополченец. И таких фото здесь десятки. Все они из личных архивов ветеранов и жителей округа. Есть и предметы солдатского быта времен Великой Отечественной войны. Выставка, открывшаяся в музейном комплексе «Артишок», посвящена 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского направления. Организаторы приурочили ее к 82-й годовщине формирования дивизии Московского народного ополчения. В состав 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района вошли 4 батальона. Это Химок, Щелково, Егорьевска и Чехово. И все дружно, плечо в плечо, Москва и Московская область защищала сердце нашей Родины на всем протяжении пути и не дали врагу дойти до Москвы. В семье Ксении Суриковой память советского солдата-ополченца чтут из поколения в поколение. Ее прадед – ополченец. До сих пор пример для подражания. Для нашей семьи это очень важное мероприятие, и я не смогла его пропустить. Поэтому сегодня я нахожусь здесь, в кругу людей, которые живут этим и не забывают. Выставку в «Артишоке» инициировал сын ополченца Химкинского батальона Юрия Яновского. Идею поддержали и помогли воплотить в жизнь студенты Российской международной академии туризма.